патронов. Ассаламу алейкум, азизлар. Мына бүген. Доски нам из доски сделаны. Вот мотоциклы из доски сделали, да, все. Фанерки нам. Да. Из фанеры сделаны. Автоматик. Из доска, из фанеры. Уважаемые покупатели, обратите внимание, что вот это сейф, да? Сейф, детский сейф, деревянный, из дерева сделанный, со стороны. У него с кодом. Да, с кодом, заключенный. Заключенный. Вот, да? Если 40-45 набираешь, открывается. А то не открывается, если вот так. Вот. Не открывается. А если так, 140. Это код 145, да, значит? Нет. Код набирает, сразу открывается. Цифры точно что ставить надо. Mm-hmm. Вот. И теперь ну-ка открой. Да. Чтобы деньги сохранят, можно здесь. Это из фанеры, вообще все. Руками сделано. Ну вот. Машина такой. Это замок. Вот, который, это, да? Тоже есть такой, там можно собирать. Это что? Детские игрушки здесь. Магазин. Детские игрушки, да? Да, магазин детских игрушек. Подешевле? Микрофон. Там где аппараты. Там было бы музыка. А я голосаю, человек. Или вот. Написан. Вот недорогой здесь, 200 рублей. 167. Вот смотри здесь. Лото. Шахматы. О, какие они здоровые. Смотрите. Нифига себе. Это замок. Точнее помощник короля. Давайте купим вот это. Нет. 1206 рублей всего. Недорого, и зато большой шахматы. Мы вот купили Uno. Сейчас настольная игра, детям приедем, играем. Так, у меня сын хочет бинокль. Бинокль? Опа.
Ну ладно, возьмите. Недорого, в принципе. Вот хорошие вещи, да, которые. Вот это вообще. Посмотрите. Да, вещь. Да, да, хорошая штука. Так, для детей игрушка здесь всякие. Самое главное, мне интересно было вот эта штука, которая испугать можно человека. Да, вот хорошая штука. Динозаврчики. Всякие. Мягкая игрушка. И Роберт такой. Вот у нас сына. Вот кому интересно, вот подпишитесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну все? Да.